Здравствуйте, дамы и господа! Это я, Дмитрий Нагиев. Улыбка на лице именинника – самая важная деталь праздничного костюма. Памела Андерсон после 26 пластических операций, чтобы улыбнуться, должна поднять ногу. Ока. Дмитро Чекалкин у программе «Разыграли». Наш телефон у Києві 253-2532. Алло. Татьяна Анатольевна. Да, добрый день. Это Павел Васильевич Великанов. Я обращался в вашу турфирму по рекомендации Сергея Фадеева. Помните, да? Ну, наверное. Я общался вот с вашей сотрудницей. Сейчас где-то здесь записано Плющенко Оксана, да? Да. Дело в том, что, смотрите, я приехал в Шарм-эш-Шейх. Здесь никто, во-первых, не говорит по-русски, хотя мне обещали. Так, а вы где? В том-то и дело, что меня поместили в гостиницу «Газалия». «Газалия», где нарисовано три звездочки. Три. А я платил за пятизвездочный отель «Four Seasons». Вы представляете? Вот здесь в отеле реконструкция в отеле. Понимаете, воду отключили, душ в соседнем корпусе. Так, подождите. Вы сейчас там находитесь? Ну да, первую ночь из-за перепродажи номеров мы ночевали на раскладушках на пляже прямо. Представляете? Вы подождите, какой ужас мне рассказываете. Ну, так я сам человек болезненный, понимаете. В 7 утра нас вытащили пинками какие-то аниматоры-бедуины. Вы когда туда, Павел? Когда туда уехали? На зарядку. Я уехал позавчера. Да, у меня есть арабско-русский разговорник, но никто ничего не понимает. Так, мой хороший, сейчас подождите, успокойтесь. Так, секунду, сейчас я свяжусь, на работу позвоню. У вас вот этот телефончик нормально подключен, я могу на него позвонить? Данечка, я вот сейчас расскажу вам еще. Смотрите, меня хотят еще переселить в какой-то другой отель, Шершеляфам какой-то, представляете? Там действует центр принудительного дайвинга. Скажите, мне нельзя заниматься... Какой-то ужас вы мне какой-то сказали. Так, секундочку, давайте я хоть свяжусь, я просто сейчас не на работе, я сейчас перезвоню туда. Данечка, еще 2-2 секунды вашего внимания. Берут деньги буквально за все, даже за завтраки, хотя я оплачивал, представляете? Я купил тур на Ослике до горы Сан-Катрин и обратно. На обратно у меня уже не хватило денег, понимаете? Я пошел в казино, хотел выиграть. И проиграл всю квартиру, машину свою проиграл. Ой, подождите, вы что-то мне какой-то ужас все рассказываете, подождите. Я проиграл машину и квартиру, представляете, вчера в казино. Ой, подождите. Давайте, у вас этот телефон подключен, я вам сейчас перезвоню. Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Мы разыгрывали о суфире юмор ФМ по просьбе Олега Викторовича. Я вас убью! Я думаю, я вам настолько напиваю, что я не знаю, что у меня никто вчера не улетал. Танечка Анатольевна, с днем рождения. Всего доброго. С днем рождения. Пока. Счастливо.